Ну что ж, друзья, всем привет, с вами снова я, Артем Плотников, и у нас сегодня обзор на новую серию в Криминальной России. Серия называется Кунберс Ролиплей, друзья, и что ж, я только что зашел и предлагаю вам вместе со мной пройти систему регистрации. Так, ну что, укажите ваш пол, парень, южный или арзамас, давайте выберем южный. Ух ты, смотрите, какой у нас кипарик, какие у нас стильные джинсы, да и вообще мы с вами стильные такие нормальные чувачки. А респаун в каком-то интересном месте, да, сделан? Так... Вау-вау-вау. Не, на самом деле прикольно. Ваш игровой процесс начнется с этого города. Смотрите, у нас есть с вами деньги, да? И мы с вами можем сейчас уже пойти и просто купить себе... Так, Кэтрол. Кэтрол, чтобы завести двигатель. Так, фары включить. Ладно, Кэтрол. Н. Уа. Тут надо сначала ключ ставить, а потом нажать Е для того, чтобы запустить двигатель, друзья. Поэтому не пугайтесь, когда зайдете на данный проект. Так, ну что ж, давайте посетим автоматический автосалон. У них автоматический автосалон, в котором... так, сейчас мы с вами и побываем. Вай-ва, тут еще и интерьер сделан. Прикольненько. Так, здравствуйте. Добро пожаловать в автосалон. Вам предстоит выбрать автомобиль Racing Go. Че, рестарт, рестарт сервера? Как? Нет, пожалуйста, нет. А, автомобили. Фух, пронесло. Так, ну что ж. А вас, Лада Приора, Митсубиси Паджеро, Мерседес-Бенц, вай. Ну, у нас, в принципе, 60 лямов. Land Cruiser, Legacy, Ferrari. А чё мы? Мажоры на Ferrari будем? Ух ты! У вас нет лицензии, чтобы управлять транспортом. Подожди, малыш, я к тебе вернусь. Я в автошколу за правами. Я сейчас их куплю, и все будет хорошо. Чего, я купил в кредит, что ли, машину-то? Ё-моё, почему у меня деньги в минус идут? Пожалуйста, нет! Так, ладно, важные места, автошкола. Погнали, ладно, раз уж нам Феррари в кредит продали, то, я думаю, права-то нам точно в кредит дадут. Ну, охренеть, смотрите, сколько у меня минус, 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 друзья, у меня большие проблемы, мне так кажется. Так, давайте посмотрим статистику. Охренеть, у меня денег-то! Ё-моё, друзья, мы, похоже, с вами попали, да? Офигеть, вот это, блин, печаль, беда. Так, скутер-то у нас тоже с вами пропал. Блин, придется бежать пешком. Ну что, друзья, встретимся, я думаю, в автошколе. Но пока что меня этот сервер прикалывает. И довольно-таки неплохо все сделано. Вот только меня смущает мой минус на кармане. Вот это да. Но я думаю, сейчас мы все уладим и попросим администрацию дать нам немножко денежек, чтобы мы с вами пообозревали данный мод и прям прочухали его весь от и до. Ну что, друзья, берем скутер и отправляемся в автошколу. Так, давай, нет, в репорт не будем писать. Попробуем сначала так, если у нас уже не получится, то будем тут уже что-то сами пробовать. Так, так, так. Полетели, нам еще в модпаке заменено много машин. Да, действительно, машины прикольно сделаны, вот это мы с вами топим. Так, автошкола, не проехать бы, поворотик этот. Так, блин, лишь бы нам дали возможность сдать. Ну да, паркуйте свой транспорт рядом, чтобы гаишники не спалили, что вы гоняете без прав, да, как говорится. Ну что, попробуем, попробуем, лишь бы у нас пронесло. Экзамен будем сдавать на девятках. Ладно, неплохо, давай. Так, автошкола. 500 рублей. Тест старт. Да, у вас не хватает денег. Ну что, сейчас будем писать администрации. Ой, тут можно купить лицензии, как я понял, да? Ага, на водный, на полеты. Так, а на машину все-таки придется сдать, да? Блин, ну ладно. Фух, ну что, друзья, мы с вами сдали на права категории Б, и сейчас отправляемся к нашему, наконец-таки, Феррари, маленькой машинке. Я, на самом деле, в Криминальной России еще ни разу не гонял на Феррари, но и сейчас мы с вами это осуществим, собственно, сделаем. Так, я надеюсь, она еще там стоит, а то мне придется ругаться. Да, мне придется тут, ай-яй-яй, что делать? Ну-ка, скажите, что она стоит. Уай, моя беленькая красавица, иди ко мне, мой пупс. Фига у тебя попа, фига у тебя двигло. Вай, ну чё, бензин даже есть. Вот это красота, давай, Кэтрол, ключ ставили, завели, фары включили, полетели. Вот это ты секс, вот это я мажор получается, да? Только зашел на сервер и уже мажорничаю тут.
Какой, какой я, да? Так, а давайте статистику взглянем. Возможно, у нас деньги в банке есть, а? Ну да, у нас вообще с вами денег нету. Ой, я, кстати, там сытость увидел. А вот, собственно... А, я думал, это крузак. Да, так это и есть крузак. Что это я? Ну да. Да, друзья, довольно-таки прикольно. Это получается... Блин, у меня денег нет. То как? А, да, если у вас ушли деньги, то это как кредит. Вы купили очень дорого, поэтому у вас они ушли. А, спасибо за пояснение, блин, но это печально. Мне нужны, собственно, деньги. Ты чего? Ну что, друзья, мы с вами снова в деле, и у нас с вами снова... Ой-ой-ой, чуть не разбил новый Феррари. Ну, в принципе, деньги на ремонт есть, о чем я, собственно, вам и хотел сказать, что мы снова с вами при деньгах. Вот это супер-зверь-машина, там кто-то едет на гелике. Какой-то мажор, целых два. Так, друзья, я хотел бы купить себе какой-нибудь дом и посмотреть систему, собственно, домов. Так, хату я не хочу, я хочу нормальный, полноценный дом... себе, как мажорному такому прям чувачку. И где бы его... Вот они, собственно, и дома. Тут он на крузаках соседи у меня, а я буду на Феррари. Поэтому мы не такие уж с вами плохие. Так, ну что, альт. Достаточно денег, это замечательно. Так, дом продается достаточно... А, у меня недостаточный уровень. Вот это печально. Придется качать уровень, друзья. Ну, а пока что я предлагаю вам съездить на рыбалку. Потому что здесь, как поговаривают... Там что, на приоре 44 регион был? А ну-ка покажите. А, 174, ну ладно. Я думал 44-й, Костромская область, прям свой чувак, думал, я уж обрадовался, а там не так. Так, ну что, тут поговорим, что хорошая система рыбалки, и поэтому, друзья, мы сейчас с вами отправляемся в магазин 24/7 за удочкой, ну а, собственно, потом мы с вами отправимся на ловлю красной рыбы, форели там и всякой прочей дорогой рыбешки. Смотрите, уже у нас уже сколько денежек, а нехило, в принципе-то. Да, и... Как я и сказал, отправимся потом на рыбалочку. Собственно, там же и где рыбалка вроде бы расположен рынок. А, собственно, их изменили совсем недавно и вообще ввели на сервере. Поэтому мы будем с вами первооткрывателями, которые посетят данное заведение. Магазин 24/7 тоже довольно-таки прикольно сделан. Давайте возьмем с собой лаваша туда. Обязательно, что же мы будем кушать. Так, маркер у нас Y. Ух ты, прикольно. Green Tech Roleplay, ну да. Скрытая рекламка такая прям. Так, а ну-ка. Маркер опять не появился, да? Items, вы купили лаваш. Items. Лаваш, вы не можете столько съесть. Видимо, мы еще не слишком голодны. Так, ну чего, я хочу, собственно, купить себе удочку. Опарышей, там, червяков. Вы отправиться уже на рыбалку. Сначала заглушите двигатель. Да, надо ключи забирать, а то здесь ведь заберут машину-то у меня, своруют. Так, о-во-во-во-во. Так, удочка. КПК. Бейсбольная бита. Так, удочку, давай, фиш. Все, вы купили удочку, используйте фиш. Ну что, погнали на рыбалку. Она находится, собственно, пирс, где можно порыбачить. Законно находится за городом, куда мы, собственно, сейчас с вами и отправимся. Там же, как я уже и сказал, вроде бы находится рынок, где мы сможем слить нашу купленную рыбешечку. Да, сейчас мы с вами это все посмотрим. Заодно и взглянем. Ой-ой-ой, как он в Феррари ездит-то неуправляемо как-то. Не то, что неуправляемый, а в занос он, если уходит, то занос, все, у нее неуправляемый. Задний привод, ну да, а в чем проблема тогда, я что-то понять не могу, почему, если у нее жопку тащить, то уже все, хоть ты тут управляй, не управляй, уже бесполезно, она уже все, ушла от тебя. Ох ты, спецназ, призыв идет, спецназа, ну ладно. Так, у вас шлагбаум открытый, это хорошо. Собственно, мы уже с вами подъезжаем к месту, где можно порыбачить. Где-то, собственно, вот здесь вот сейчас будет пирсик. И где-то должен быть съезд к пирсику. Если я не ошибаюсь. Ух ты, там мост какой-то сделан. Ой-ой-ой, какой нафиг мост. Ой-ой-ой, вот он мост, да. Так, а что это тут такое? Это вроде бы не здесь, рыбалка-то идет. Ух ты, блин, не свалиться бы. Ё-моё, а где рыбачить? Я вообще, походу... Блин, я, наверное, не туда приехал. Сейчас мы с вами посмотрим. Ну да, друзья, я немножко ошибся, так как я был прав, что рыбалочка находится у нас здесь. А чё, собственно, я не могу съехать? А, там у нас пожарники.
Ну ладно, мы на Ламборджини чуть подвесочку побьем и спустимся, да? Так как дорожки здесь нету как таковой. Ой-ой-ой, стой. Вот, да, вытаскиваем ключ, глушим двигатель. И, собственно, ой, вот это мы напылили. Так, ну что, побежали. Собственно, вот тут вот развлекаловка всякая, тут попить там можно, туда-сюда, в ларёчке пошляться. Ой, ой, ой-ой. Ларёк он там еще один, который пока что не работает. Так, так, тихо, расслабились, друзья. Selfish, количество, чтобы продать рыбу. Ну вот, собственно, я вам как и говорил, здесь мы можем продать с вами рыбу. Фишинг, чтобы ловить рыбу. Ой, сколько тут ловных мест, да? Ну давайте сначала вот здесь вот попробуем. Так, фиш, фишинг, фишинг. Вы не на пирсе, как я не на пирсе? Я уже удочку достал. Вы начали ловить рыбу, ждите, когда клюнет, для выхода нажмите, о, фиш, что делать? Ой, ой-ой-ой, что делать, что делать-то надо? Так, подождите, не суетитесь. Ну-ка. Вы ждите, когда клюнет. Так, так, что делать? Тащи. А что, выпустили рыбу, а как ловить-то? Так, давайте в хелп. Help. Так, остальное. Блин. Как ее? А, может на пробел? Мы сейчас все попробуем с вами, но я должен вытащить свою первую золотую рыбешку. Так, давай. Как? Чего нужно делать? Я не понимаю. Так, у кого можно спросить? Репорт. Репорт 2. Не-не-не-не-не. Вызвать администратора к себе. Давай. Так. Давай, сейчас как-нибудь, я не знаю, что нужно нажать. Я нажму... Все подряд. И мы с вами должны что-то поймать. Блин. Ну-ка. Давай, офф. Офф-фишинг. Да. Привет. Как ловить рыбу? Как ловить рыбу? Покажи мне. У меня профессиональный спиннинг и довольно-таки неплохая сноровка. А не могу никак вытащить рыбу. Что мне делать? Помогите. Ну, в общем, что я вам могу сказать, друзья, везде одна мафия, и говорят, что сейчас идет какой-то нерест на какую-то рыбу, и, собственно, мы с вами сейчас не можем ловить ее, так как это как бы нарушение туда-сюда, ну и, собственно, говорят, что приходите позже. Ну, ладно, что ж, мы заглянем к вам позже, ну, а пока что мы с вами все-таки купим, я думаю, тот домик, попробуем купить, так как я у администратора выморщил себе третий уровень, так и хочу посмотреть систему домов, друзья. Ну, как и хотели, купим вот здесь боковой домик, рядом с крузером. Да, вот тут вот купим на углу прям. Ой-ой-ой, опять ключ не вытащил и машину-то не заглушил. Ну, ладно, я думаю, не угонят. Так, купить. Вот-я, вот это у нас дом. Ну, пустоватый, конечно же, немножко, но все равно уже что-то. Вай. Ой, а что тут было-то? Кто-то описывал всю кровать. Хотя туалет напротив. Очень интересно. Так, давайте. Home. Так, хаус. У вас нет прав на использование этой команды. А, хаус, наверное, установить. Ой-ой-ой. Так, давай, хоум. Формация по дому. Да. Так, список пожертвующий. Вы, если проживающий, взять деньги из дома. И все, что ли? А что, больше я ничего не могу сделать с домом? Даже улучшить его не могу. Ну почему? Так, дом. Продать, прописать. Ну, блин. Ну, я думал, что здесь что-нибудь еще можно там делать. Ну, ладно. Так, spawn change. Есть такое? О, да. Дома, я хочу появляться дома. Машинку мы сейчас тоже припаркуем рядом с домом. Я надеюсь, у нас это получится. Так, парк. Вот, все замечательно. Машинку, кстати, можно закрывать, да? Вот, это ж прям вообще супер. Ну, все, что, тачку припарковали. А здесь там что, тюнинг, что ли, какой-то, да, сделан? Интересно, сколько можно машин иметь? Тоже вот такой вот вопросик с подковырочкой, да? Так, не, серый, друзья, мне на самом деле нравится. Редко, когда мне сервера нравится, я, если честно, таких модов еще не встречал. Ну, давай посмотрим. Уважаемые игроки, спасибо, что играет наш сервер. Скоро будет готова система рыбалки. Она не готова, что ли? Цена покраски. А, не, мне не надо. Мне нравится мой белоснежный цвет. Ну что, друзья, погнали, еще посмотрим новые шмотки себе, и, собственно, я думаю, можно будет заканчивать на этом
наш обзор сервера. Возможно, мы будем продолжать с вами играть, так как, ну, мне реально понравился данный проект. И я думаю, что если администрация будет стараться и модернизировать его, то у них, в принципе-то, есть будущее на данном проекте. Мне так кажется. Поэтому, друзья, если вы захотите поиграть, то милости просим. Информация о сервере имеется в описании к данному ролику. Скачивайте их модпак и заходите и играйте. Так, байскин. Давай посмотрим. Мужской, спортивная одежда. Ну, собственно, и спортивная мне ничего не нравится. Не-не-не-не-не. Вы хотите? Нет, конечно. Деловая одежда. Собственно, все вроде бы одно и то же. Нет, мне это тоже не нравится. Так, подожди. Байскин, посмотрим вот так. Повседневная одежда. Блин. Ну почему? Ну все одно и то же. Нет, выйти. Мне, собственно, нравится вот этот скин, и я буду ходить в нем. Так, ну что, выходим. Ой-ой-ой-ой. Ну чего, друзья, я думаю, мы с вами довольно-таки много всякой фигни уже посмотрели на этом проекте. И мне он, если честно, действительно понравился. И я, как уже и сказал, возможно, я буду продолжать играть на данном проекте. Друзья, вся информация имеется в описании под роликом. Ну а с вами был я, Артем Плотников, игровой канал Escape TV и игровой сервер Kunbers Roleplay. Не знаю, почему так называется, но довольно-таки странно. Название мне так кажется, но это их выбор. Так, ну что, глушим, вытаскиваем ключи и, конечно же, запираем наш автомобиль. Все, да? И мы теперь с вами можем спокойненько идти отдыхать. Ух ты, у меня там сосед. На Мерседесе С63, да, вроде бы? Ага, Рома Жиган. Ну да, со спойлером, смотрите, на аварийке. Какой блатной.